только в книжке, но не знаю, как читают буквы. В обувной коробке положили, по углам солдатики стояли. Панихиду пупсихи служили, вместо Бога маму восхваляли. Маму встретит плюшевую душу у дверей игрушечного рая, где не рвут, не пачкают игрушки, где их на ночь шкаф не убирают. А когда-то в следующей жизни Мишка будет детским логопедом, будет детям маленьким капризным раздавать тянучие конфеты. Хоронили плюшевого Мишку, завтра праздник, завтра в школу надо. А коробку с тряпкой вместо крышки закопали за углом детсада.